К сожалению, вынужден сообщить, что я собираюсь уехать в Испанию. Ребят, смотрите, какую тачку встретил. Ребят, смотрите, какую тачку встретил. В Вильнюсе, недалеко возле своего дома. Шестерка 635 CSI. Красавица. Просто красавица. Напишите в комментариях, как вам такая машина, нравится? И вообще нравятся старые бумеры? Блин, реально мечта. На автомате 3,5. Я бы, конечно, хотел такую на механике себе купить. Может быть, даже со временем и соберусь когда-нибудь. Просто красота. Кожаный черный салон. Блин, супер. На рынках таких уже не встретишь. Ладно, а мы идем дальше. Друзья, всем привет. Информация только для моих подписчиков и только для клиентов, которые желают приобрести автомобили в Литве. Значит, к сожалению, вынужден сообщить, что я собираюсь уехать в Испанию. Радостная новость в том, что уезжаю я не навсегда, а уезжаю с завтрашнего дня по 22 число. Ой, точнее, с завтрашнего дня по 27 число. Те, кто планировал ко мне приехать, имейте в виду, что меня не будет в эти дни. И если у меня есть подписчики из Испании, пожалуйста, напишите мне в личку. Я бы хотел с кем-нибудь из вас встретиться. Может быть, вы мне покажете город. Я, кстати, буду в Барселоне 2 дня, потом поеду в Валенсию и потом поеду в Аликанте еще. Вот. Если кто-то смотрит из Испании, пишите, звоните, буду рад встретиться. Вайбер мой, естественно, в описании, и вот на экране вы сейчас видите. Все, это было маленькое, коротенькое видео для моих подписчиков. В общем, всем пока, увидимся в Испании. Кстати, влоги из Испании тоже будут уже скоро. Буду все снимать. Пока.